1 сентября свои двери для маленьких ульяновцев откроет обновленный детский сад номер 6. Здание 1971 года постройки пришло в негодность, и в марте рабочие приступили к капитальному ремонту садика. Уже завершены монтажные работы. Рабочие шпаклюют стены на втором этаже. В планах ремонт кровли, фасада и внутренняя отделка стен. Всего планируется открыть 7 групп. Где-то порядка 120-140 детей придут. Еще хотелось бы отметить, что будет обязательно созданы условия будут для детей раннего возраста, это ясельные группы, где мы планируем набрать 20-25 ребятишек от 2 до 3 лет. К новому учебному году добавится еще одна группа для детишек, страдающих аллергией. Для них обещают создать гипоаллергенный быт без растений и деревьев, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Очень хотим вернуться, потому что все дети старшие ходили в этот садик. И воспитателей мы очень любим. Рабочим предстоит возвести теневые навесы и малые архитектурные формы. Предусмотрено и комплексное озеленение участка, в том числе спил старых переросших тополей, представляющих угрозу для детей. За это радуют и родители. Деревья довольно старые, мощные. Они представляют опасность, ну, не только для детей, вообще для окружающих, которые рядом проходят. Нередки случаи, когда получали там травму от падения веток. Допустим, с тех же самых деревьев, да, и все железные ограждения, которые нужно требовалось заменить, тоже от этого могли быть травматизм. Конечно, безопасность важна. Взамен опасных деревьев высадят кустарники и разобьют клумбы. Все согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.